Задачи, касающиеся модернизации коммунальной инфраструктуры, крупных населенных пунктов и повышения качества жизни жителей Восточно-Казахстанской области, президент поставил перед главой региона. Даниил Ахметов отчитался об основных показателях. Произвели промышленной продукции на 2 триллиона тенге. Ввели в эксплуатацию больше 300 тысяч квадратных метров жилья. Особое внимание уделяют развитию агропромышленного комплекса. Увеличены посевные площади масличных, объема производства подсолнечного масла. Масло нарастили почти вдвое. За год действующих субъектов предпринимательства стало больше на 12%. Кроме того, в регионе строят крупные социальные объекты. Гематологический центр в Усть-Каменогорске и многопрофильный больничный комплекс в Ридере. По проекту «Комфортная школа» предусмотрена сдача 11 учебных заведений.